30 суток предварительного ареста получил 67-летний житель Кишинева, подозреваемый в двойном убийстве. Произошло преступление 4 января в секторе Рыжкановка. Там в одной из квартир нашли мертвой пожилую супружескую пару. Полиция задержала владельца жилья. Он вину признал. По словам мужчины, супруги пришли к нему в гости, они вместе распивали спиртное, а затем между ними произошел конфликт. Открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.